Даешь ремонт, даешь ремонт, и стройку нам даешь. Год новый, Новый год, и этот год Россию не прогнешь. Этим четверостишьем, пропетым человеком, который еще и петь умеет, ну это шутка, мы начинаем телевизионный ремонтный сезон 2012. Хотя еще раз напомним, страна, которая отстает на 30 лет от США и Китая, строится, реконструироваться и ремонтироваться должна постоянно. И сезон зима – это тоже время для стройки. Ну а чтобы в деньги вы не влетали, есть бригадир и мои полезные советы. Вы что думали, я ремонт закончил, а тему ремонта не закончил? Да нет, конечно, будем продолжать. Будем продолжать теперь уже вам помогать. Делать недорогой ремонт. Потому что дорогой ремонт – это не то время. При этом бригадир не позиционируется как сверхдешевый магазин. Здесь есть дешевый товар, вопросов нет. Здесь просто тот ассортимент, который подбирается и подбирается с головой. То есть вот смотрите, моя личная ошибка. Я брал обои под покраску. Потом мы колеровали, что-то придумывали. Но обои под покраску вышли не дешево. А вот такие широченные обои можно было бы использовать. И те же самые цвета. То есть у меня есть вот такие зелененькие, голубенькие, розовенькие. Косяк. Потом дальше. Был у меня там товарищ, который предложил неплохую конструкцию. Мне надо было сохранить квартиру от воздействия 5-6 котов и одного замечательного супер-мега-кота. Вот. Представляете, этот вот крендель, ему сейчас год и месяц, что он смог сделать, как он смог порушить? Он смог только два уголочка от плинтуса отодрать, потому что в рост и в защиту от я использовал ламинат. Попал, кстати, на ламинат. Не обратил внимания на такие интересные вещи, как цену за штучку и брал. Ну что ж, ладно, зато круто получилось. При этом, что касается ламината, есть варианты, конечно, и 600, 700 рублей, 500 рублей за квадратный метр. Но мы обратим ваше внимание на то, что стоит в два раза дешево. То есть, вот, пожалуйста, панелька 82 рубля, цена квадрата 332. Что такое ламинат? Для тех, кто еще не понял. Ламинат – это то же самое дерево на 90%. Потом оно прессовывается, закатывается и получается покрытие. То есть, если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел дорого, естественно, ламинат. Насколько дорогой? Ну, это в ваших мыслях, хотя я бы рекомендовал все-таки, ну, лишние деньги не тратить, а купить вот нормальный российский. Чем плоха Россия, если она умеет делать такие вещи? Ремонт делает? Да, ремонт делает. В ремонте что самое главное? Посчитать, по-моему, каждую копеечку. А иначе это, по-моему, прорва какая-то, да? Можно денег потратить, просто вагон и маленькая тележка. Они все равно тратятся. А вот где разумнее покупать вещи? Вот вы для себя что выбираете? Мы покупаем везде в Абсолюте, где я найду. То есть мне нужно то, что мне нужно. А в Бригадир как вас дорога затянула? Вот здесь все вместе. Но нашли то, что хотели? Да, нашли. И вот наступило то время, когда в слове «ремонт» отсутствует слово «евро». Евроматериалы. Потому что все материалы, которые можно сейчас использовать, сделаны в России. То есть представляете, да? Что нам осталось выкинуть из головы? Нам осталось выкинуть старые дорогие цены. И за последние полгода что изменилось? Мы в конце прошлого года начали вам показывать продукцию марки Prestige. Отличные ростовские краски, они выполнены. Ну, так что любо-дорого посмотреть. То есть, ну, все настолько грамотно, что даже, извините, текурила рядом не стоит по уровню упаковки. Кстати, если вернуться и посмотреть в интернете наши сюжеты, а сделать это очень просто, телеканал YouTube, да, это уже телеканал, потому что меня там смотрят уже 600 тысяч человек, посмотрело сюжеты, вы можете вбить фамилию Челейкин и надпись «Бригадир». И там мы вам показывали тесты тексовской эмали, вот престижевской тогда не было, по сравнению с текурилой. И вы знаете, и по цене, и по качеству она ее делает.
Но ремонт — это не только то время, когда вы покидаете квартиру. Ну, потому что не хотите видеть грязь и чувствовать вонючий запах. Дело в том, что грязь, ну, это опять же ваша проблема, можете делать все аккуратно. А что касается запаха, я все-таки жду тот момент, когда остатки своих дверей я покрашу. При этом сына я вывозить никуда не буду, потому что это эмаль с ароматом яблока. Она ничем не пахнет. И она абсолютно экологична и не токсична. Стоп. И самое интересное, что в «Бригадире» подбирается идеальное соотношение цена-качество. При этом цена минимальная, а качество максимальное. Естественно, магнитогорская лакокрасочная компания знает толк в деле. И мы продвигаем, опять же, ТЭКС. Все вот эти варианты, которые имеются, то есть, ну, можно даже просто сравнить. 800 рублей большое 9-литровое ведро и текурилы 2230. Ну, как-то так получается. Как-то так. Вот. Есть и подешевле. И опять же, возвращаясь к тому, да, что-то мне тяжко стало. Престижевская водоэмульсионка. 14-килограммовое ведро по цене 440 рублей. Как вам такая экономия? То есть 2200, 800 и 400. Пожалуйста, выбирайте. Вот. У вас, наверное, самая тяжелая часть закончилась, да? Это проводка. Закончилась, да? Да, закончилась. Теперь глазки горят, и вы думаете, что скоро все можно будет закончить. Да. И куда пришли вы? В магазине «Бригадир». Меня он устраивает, этот магазин. То есть всегда можно подобрать, да, то, что нужно? Да. На стройдвор приедьте и поймите, насколько я облажался. Год назад мы с Максимом поехали в очередной рекламник, заехали, посмотрели «Пятерочки». Там дракон такой есть, отельчик. Все в золоте. Все в золоте. Конструкции, дутье, все, все в золоте. Я подумал, сколько потребовалось этой краски, чтобы так все круто сделать. Потом уже заканчивал ремонт и привезли сюда колера. И у меня в квартире пенопласт покрашен золотом и серебром. То есть сейчас вот все вот эти багеты, которые раньше вам пришлось оставлять, ну, различными там водоэмульсионками красить, теперь можно забабахать в замечательные металлические цвета. Расход, кстати, небольшой, если вы возьмете себе краскопульт. Разумный выбор, взвешенные цены и высокое качество. Это «Бригадир» во всех его проявлениях и во всех местах. Будь это советская 160, ленинградская или торговые ряды на автомобилистов. И как быстро и недорого сделать ремонт? Запомните, ремонт живет 10, ну 15 лет максимум. Если это ребенок, то ремонт квартиры закончится и через 5. Вы что, готовы каждый вышеозвученный промежуток времени вваливать в эту квартиру полстоимости? У вас что, детей нет? Или головы? Смету составьте, приедьте в «Бригадир», помозгуйте и выберите в два раза дешевле, чем это в других строительных магазинах. Да потому что есть выбор высокого качества и низких цен. Нет, есть, конечно, места просто с обалденным ассортиментом, но дорогие вещи должны выделяться, а не размазываться как попало. То есть дорого должен выглядеть какой-то элемент. А остальное дешевле и умнее купить в «Бригадире».